Всем привет! Сегодня делюсь рецептом приготовления крема пломбир на сметане. Для этого понадобится какая-нибудь емкость. У меня обыкновенная кастрюлька. Выкладываю сюда сметану 26% жирности, не меньше. Количество ингредиентов, как всегда, будет в описании под видео. Добавляю сюда яйцо, сахар, ванилин. И вот эти продукты перемешаю венчиком. Теперь добавляю сюда муку и тоже все перемешаю. Получается вот такое тесто. Ставлю это тесто на водяную баню и буду варить его примерно минут 7, постоянно помешивая. Через 7-8 минут заварная часть крема выглядит вот так. Она достаточно густая, и ей уже можно пользоваться при приготовлении каких-нибудь домашних тортиков. Снимаю ее с водяной бани и достаточно тщательно перебиваю ее еще раз венчиком. Это делаю для того, чтобы избавиться от лишних, ненужных нам комочков. Теперь накрываю все пищевой пленкой. Пусть постоит и остынет до комнатной температуры. Подтаявшее сливочное масло буду взбивать миксером до тех пор, пока оно не увеличится в объеме и не изменит цвет на более светлый. Теперь вот эту заварную часть крема буду постепенно по 1 столовой ложке добавлять ко взбитому сливочному маслу, не прекращая его взбивать дальше. Такой крем-пломбир на сметане идеально подходит для выравнивания тортиков. Конечно же, таким кремом можно и прослаивать, и украшать торты. А на вкус он очень нежный и напоминает подтаявшее сливочное мороженое. Так что со всех сторон он хорош. Советую вам всем приготовить его и попробовать. Ну вот, две части крема смешала. Посмотрите, какой консистенции он получился. Я его еще даже не охладила, а он прекрасно держит форму. Накрываю крем крышкой и отправляю его в холодильник. Лучше всего это сделать, конечно, на целую ночь. Крем готов. Это все, что я хотела вам сегодня показать и рассказать. Желаю всем хорошего настроения. Ну а если на вас напала хандра, съешьте что-нибудь сладенькое. Настроение хоть немного, да улучшится. На этом я прощаюсь. С вами была Виктория. До скорых встреч!